А Европа до сих пор ожидает решения Украины об ассоциации. Брюссельский саммит подтвердил готовность к переговорам с Киевом, однако перспективу членства не предложил. Хотя в ЕС обещают содействие массовым акциям в поддержку евроинтеграции. Глава Европейского совета еще раз подчеркнул, интеграция не означает разрыва связей с Москвой. И напомнил, Брюссель предлагает Киеву долгосрочные инвестиции. Вопрос номер один – не взаимоотношения с Москвой или Брюсселем, а взаимопонимание между украинцами, совместная работа ради благосостояния страны путем демократического диалога и соблюдения базовых прав.